Всем привет! В этом видео я расскажу, как растянуть складку. Складку ноги врозь, ноги вместе, а также складку в минус. Итак, начнем. Начнем с того, что нужно разогреться, побегать, немножко попрыгать на скакалке. Вот. Ну, вы поняли, то есть разогреть организм, привести в тонус его, чтобы боль не так ощущалась и все такое. Что нужно делать дальше? Дальше у нас следующее. Я обычно просто сажусь, то есть складку ноги врозь, где-то, ну, 90 градусов, чуть больше 90 градусов, может так. Вот. И смотрите, очень важный момент, носки вы стараетесь тянуть на себя. Почему на себя? А потому что у нас натяжка идет больше, то есть у нас абсолютно все вот натягивается, вот это, вот, ну, вы понимаете, да? А когда у нас носки оттянуты вперед, то у нас натяжение снижается, вот, что не есть хорошо. Ну так, собственно, что делаем? Смотрите, сгибаем одну ногу, но это небезызвестное упражнение, одно из самых стандартных в складке. Как его делаю я? Я обычно начинаю с небольших покачиваний, небольшой амплитуды, ну то есть чтобы резко не дергать ничего, и потихонечку вот так вот продвигаюсь вперед. Я стараюсь головой достать носок, вот пытаюсь, вот, и собственно так сижу я над каждой ногой примерно минуты по две, может быть. Ну, не торопясь, потому что надо. И, собственно, когда я, допустим, достигаю точки, когда лбом задену носок, я постепенно задерживаюсь. То есть я не покачиваниями уже, а задержками. Сначала задержки там по секунде, потом по 2 секунды и так далее. Вот. Раз. Ну, вы поняли. И точно то же самое мы со второй ногой делаем. Точно так же пытаемся достать головой. Но я не говорю о том, что нужно именно вот достать головой обязательно. Нет, у каждого должна быть своя какая-то крайняя точка, которую вы должны преодолевать со временем постоянно. Для меня вот эта точка, она остановилась на задевании лбом носка. Потому что дальше я не хочу растягиваться, я просто поддерживаю этот уровень и все. А поддерживать намного легче, чем растягиваться. Следующее, что мы делаем, это простая складка ноги врозь с наклонами вперед. Наклоняться я советую точно так же начинать с покачиваний. Потихонечку вперед покачиваемся, про носки не забываем на себя. Покачиваемся, кто сколько может. И постепенно, то есть мы покачиваниями этими, оп, и все, легли, и лежим, кто сколько может. Можете одну секунду, лежите одну секунду, вот, раз. И также постепенно увеличиваем время. Смотрите, как идет продвижение. Сначала первая цель. Цель достать головой пол. Ну просто элементарно. Попытаться достать пол любыми способами. О! Достали головой, научились вот так секунд 5 хотя бы лежать. Идем к следующей точке. Следующая точка — это достать носом. Вот. Достаем, лежим. Далее подбородок. Потом грудь. Ну и последнее — это животом в идеале нужно лежать. То есть вот у нас как бы грудь поднята, и мы животом достаем. Итак, следующее положение — складка ноги вместе. Точно по той же схеме идем. Покачиваемся. Сначала руками пытаемся достать носки. Естественно, все натянуто на себя для увеличения, так сказать, эффективности. И все, потихонечку наклоняемся.
Кто может уже держится за ноги и пытается, ну, как бы помогать себе как-то. И все, потом добиваемся того, чтобы сначала достаем головой, потом подбородок, грудь, и в идеале животом нужно достать. Итак, следующее, чтобы растянуть складку дальше, нам нужно два стула. Идем на кухню и берем два стула, короче. Но если есть там какие-то еще приспособления, вот у меня, допустим, тут диван есть, я на нем могу еще растягиваться. Ну, не суть. Короче, смотрите, одну ногу на один стул, вторую ногу на другой стул. Регулируем как удобно. И смотрите, идем, наклоняемся вперед. Это нереально эффективный способ растяжки просто вообще. То есть, ну, это очень круто, на самом деле. Просто, ну, многие, кто растянулись уже, ну, неплохо так думают, а как же дальше? А вот это идеальный, самый идеальный способ, на мой взгляд. Вот. И вот так вот растягиваемся. Ну вот, в принципе, это все, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, будет много новых видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.